Почему она не хочет? Потому что не воспринимает тебя как мужчина. Почему не воспринимает тебя как мужчина? Потому что ей хочется, чтобы ты за нее все решал. Вот условно, захотела она на фотосессию. Она сама все организовала, у тебя помощи постеснялась попросить. Сама сходила, сама сфоткалась. Но в душе знаешь, о чем она мечтала? О том, чтобы ты сказал: дорогая, я тебе нанял стилиста, я тебе нанял фотографа, я арендовал тебе студию. Тебе просто нужно будет посадить себя в такси, которое я тоже вызвал, и приехать обратно на другом такси, которое я тоже снова вызвал. Женщинам важно, чтобы за них всегда решали. У меня, знаете, женщины, к вам такой вопрос. Почему вы очень часто себя ассоциируете с какими-то бесполезными или беспомощными домашними животными? Ну, то есть, если мужчина вас приводит в свой дом, то он должен за вас все решать, все делать, всем заниматься, еще и угадывать ваши желания. Мужчина пошел на работу, у него там дела, проблемы, приходит домой, а дома ты еще должен угадать, а все ли нормально с твоей женщиной, а чего она хотела, а о том ли ты думал, пока был на работе. Ведь она может захотеть фотосессию, она может быть хочет пирожное, а может быть она хочет шубку себе. И вы знаете, когда вы говорите об этом, о том, что мужчины, возьмите за нас ответственность, и мужчина такой: ну окей, хорошо, давай, ты не идешь в клуб, я тебе разрешаю сходить в туалет 3 раза в сутки, ты будешь есть только то-то, то-то, вот это вот одевай, а это не одевай. Это есть ответственность. Это, знаете, когда человек заводит домашнее животное, вот он несет за него ответственность, и человек определяет, когда животное есть, когда ему убирать, где оно будет жить. Знаете, когда у человека рождается другой человек, его сын или дочь, он несет ответственность, и взрослый, родитель определяет, да, что он опять-таки будет есть, куда он будет ходить, во что одеваться. Вот она ответственность. А вы, женщины, когда мужчина хочет за вас взять ответственность, сразу же называете его абьюзером, деспотом, тираном. Но. А что но? Логика, она отсутствует у женщин, да?